Суббота. Я сегодня за весь день только съела одну пиццу. Я специально сегодня не завтракала, специально терпела долго, чтобы к концу дня съесть пиццу, потому что в пицце 1600 калорий. А у меня в день калорий 1400. Так что мы еще пойдем сейчас гулять. Я как раз выйду на свои нормальные калории. Но я очень сильно хотела пиццу. Пицца была вкусная, но когда я половину пиццу съела, мне было плохое настроение, потому что я себя теперь чувствую, знаете, вот иногда после пиццы, или после какой-то жирной едой, я себя чувствую прям вот жирной. Я вот тело вроде было вкусно, но мне кажется, что у меня целлюлит появился повсюду моментально, что у меня бока моментально выросли. И само такое ощущение, как будто я съела, не знаю, говно. Я себя ощущаю как говно. И у меня каждый раз так, я себе что-то позволяю, потому что я очень сильно хочу. Я пиццу уже несколько дней хотела, но я именно рассчитывала подходящий день. Я ем, я первые минуты радостная, а потом мне резко настроение меняется. И сейчас вот я съела пиццу, я понимаю, что я пиццу долго больше кушать не буду, потому что я вот хотела, съела, все, желание прошло. И в то же самое время я себя сейчас чувствую еще на 10 раз хуже. Да, так что. Сам дверку открыл, а теперь хочет ее заново закрыть, потому что там еда. А птица сейчас, видимо, кушает. Серый. Серый. Как ты это сделал? Я что-то не видела. Просто смотрю, что дверка открытая. А, кушай. Все, кушай. У меня практически все мои растения, мои кусты на улице заболели. Заболели у них вот этот инсект милибаг называется. Это как будто такое вот маленькое волосатое белое пятно. И они размножаются по всем. Они размножаются, потом они на растении живут, и они высасывают как бы жизнь из растения. Я уже какую неделю поливаю специальным средством, прям полностью. И вроде стало меньше, но все равно где-то я вижу еще какие-то новые вырастают, но гораздо меньше стало. Поэтому надо вот дальше лить, продолжать, пока они все не сдохнут. Как мое средство работает? Ты поливаешь растение, оно впитывает это. И потом, когда они кусают растения, чтобы высасывать, они высасывают вот этот пестицид, или как это называется, они умирают. Это просто жесть, я не знаю. У меня вот эти кусты, с тех пор, как мы вот заехали, все с ними всегда было нормально, я ничего не делала. И тут прямо у меня полностью они все. И главное, именно вот этот один сорт, другой сорт, я не вижу, чтобы там что-то было. И потом в огороде. Мои цветы, которые висят, они тоже все ими заражены. И также у стенки, где у меня кусты, там тоже два куста зараженных. Они тоже этого сорта. Я просто не знаю, как, что вообще, как они туда попали, почему, почему всегда все было в порядке. А сейчас прям у меня массовая инфестация, так говорят. Так что у меня уже средство заканчивается. Я сегодня пойду в магазин, как раз посмотрю новое средство. И буду продолжать поливать, пока это все не умрет, потому что, ну, это не смешно. Короче, попробовала эту моду с ваксом, где ты брови наверх делаешь. Вроде нравится, а вроде как-то стрёмно. Вроде нравится, а вроде как-то и нет. Я не знаю, что вы думаете, как это выглядит. Короче, я позанималась, поэтому у меня волосы такие. Мыла сегодня волосы, и зачем мыть волосы, если ты занимаешься? Я же слежу за мэром города, в котором живут родители мужа, да, потому что мы же хотим поехать на озеро Мичиган. Я периодически смотрю в группе Фейсбука вот этого города, что там творится, что там связано с пляжем, с коронкой, все дела, ну, чтобы быть в курсе всего, да.
Мэр же закрыл пляж из-за того, что люди не соблюдают дистанцию, люди не носят маски. Типа он так заботится о здоровье людей, что он думает, он имеет право людям запрещать идти на пляж. Закрыли пляж городской. Да. Но казино открыто, да, я говорила в одном видео, что казино открытое. Казино, пляж, где свежий воздух, солнце, где ветер. Это опасно, но сидеть в закрытом помещении, где дофига людей, различные пердаки-старики, которые курят сигары, там коронка не водится, это магическое место. Так мало того, сейчас еще, видимо, у них была дискуссия насчет казино, люди, которые играют на игровой машине и курят, им не надо носить маски. Ну, это, конечно, логично, потому что как ты будешь курить и носить маску, да, но просто сам факт, что пляж закрывают из-за коронки, а в казино ты можешь сидеть и курить. Я вам скажу одно, в казино очень многие люди курят сигары. Сигары курятся часами. То есть ты, грубо говоря, можешь сидеть за машинкой, ты можешь 3-4 часа просидеть за машинкой, курить свою сигару, не носить маску. Все остальные люди, когда ты не за автоматом игровым, не куришь, ты должен носить маску. В чем логика? Это то же самое, когда, знаете, вот говорят в ресторан. В ресторан заходить только с маской, и только тогда можно снять маску в ресторане, когда ты сел за свой стол. То есть твой стол – это магическое место. Там коронка не водится, понимаете? Это магия. Это магия. Но как только встаешь, нужно одеть маску, чтобы выйти с ресторана. Надо одеть маску, потому что там уже не магия, там уже коронка может тебя зацепить и других заразить, да? И потом просто люди не понимают, почему я так издеваюсь и почему я в эту корону уже давным-давно не верю. Потому что все, что делают политики, все, что делают вообще, это просто показывает, что это политическое оружие и что это абсолютно бред. Просто сам был бы такой ужасный, как нам пытаются говорить, и были бы другие меры. Казино был бы не открыт, рестораны были бы не открыты, да, как бы. Ладно. Но самое смешное, что вот на днях мэр давал интервью радиостанции, где он говорил, что типа, ну, мы закрыли пляжи, потому что люди не могут держать дистанцию. Мы думаем о том, что, может быть, пляж сможем открыть, если как-то будет возможно держать 50% людей только на пляже. То есть как-то за этим следить, что пляж был загружен где-то на 50%. И он сказал, в нашем городе столько много разных вещей, чем можно заняться. Идите посмотрите фильм, идите в ресторан покушать, идите прогуляйтесь в парк. Чувак закрыл пляж из-за коронки, но в парк гулять мы все можем идти. Как отличается гулять массово в парке и массово валяться на пляже? Я не знаю. Кино. Во-первых, кино закрыто, поэтому какое кино? О каком кино он говорит? И даже если кино откроется, вы хотите мне сказать, сидеть в тупом кино в закрытом помещении, где циркулирует один и тот же воздух, безопаснее, чем находиться на свежем воздухе. И потом я должна верить в этот бред, который пытаются мне внушить, что я должна бояться, я должна носить маски, а то мы все умрем. Вы серьезно? Вы серьезно? Чувак говорит, идите в кино. То есть в кино менее безопасно, чем на пляже. А казино вообще другой мир. Казино вообще магически, там никто не заболевает, понимаете? Казино — это магия. Это магическое место, там коронка не возится. Пляж закрыли, казино открыто. Идите в кино, идите в парк. Но пляж нельзя, но в казино можно. О май гад! Снимаю на Osmo Pocket, потому что телефон у меня сейчас стоит и снимает.
красивое небо, что очень красиво сейчас все выглядит. Вот, а мы пойдем с Чаруни поиграем, потому что очень хорошая погода, и мы сегодня гулять не идем, поэтому можно поиграть. Всего лишь 10 минут. Я решила начать испробовать Intensive Interval Training, этот HIIT, или как называется, не знаю. Мне прикалывает, что упражнения по 10, 15, 30 минут, но не настолько выматывают. То, что я обычно на беговой дорожке бегу 30 минут или даже 40, я за минуты 10-15 получаю. И плюс все тело у меня работает, так когда бегаю, вроде как бы только ноги и верх вообще просто трясется. А здесь прям все тело полностью, все, и руки, и плечи, и корпус, и весь живот, спина, ноги, ляжки. Это всего лишь было 10 минут. Я решила начать с легкого. Думаю, ну 10 минут нормально, наверное, так вот. Так у меня там тренинги по 30 минут, а я 10 минут уже в конце. Я где-то на 8 минуте уже начала еле как делать, потому что у меня уже ноги не поднимались. Так что вот, просто я решила испробовать различные варианты для похудения. Если вот этот High Intensive Interval Training, да, вроде называется, он для того, чтобы метаболизм работал, попробуем. Может быть, у меня проблемы с метаболизмом, и мне надо его расшевелить. Буду каждый день, наверное, по утрам на пустой желудок делать, просыпаться таким способом. И посмотрим, что будет. Буду каждый день так делать. Надеюсь, что через пару дней или через недельку уже будет виден первый результат. Типа, что, ну, я буду сбрасывать вес. Так что да. Я думала, 10 минут быстренько делаю. Ничего, так минут 10 быстренько. Я теперь боюсь тренинг на 30 минут начинать, потому что я его не выдержу. Еще я решила, может быть, начать с йогой. Ради интереса посмотреть, попробовать, что это такое. Вот. Да. Чаруни сейчас подогрела бульончик, потом мы пойдем гулять, и потом, когда погуляем,
Я ей с мяском добавлю бульончик в мяско, да? Бульончик добавим тебе в мяско. Да, у меня специальный бульончик, порошок, который просто разбавляешь водичкой. Это бульон для собак. Собакам бульон очень полезный, и плюс они это любят. И плюс, если у вас проблемы, чтобы собака пила, добавляйте в еду бульон. Но не тот человеческий, там очень много соли. Если найдете бульон без соли, то да, но в человеческом бульоне очень много соли. Я специально для собак покупаю. И периодически делаю. И вот я решила сегодня, я купила ей мясо специальное, свежее, натуральное. Ее корм, все смешаем, и будет ей вкуснятина. Да, собака после прогулки заслуживает хороший мил. Как это мил на русском? Прям вся спина, вся поясница болит. Знаете почему? Потому что эта девочка когда-то ночью, я не знаю когда, когда я сплю так крепко, что я ничего не замечаю, залезает мне в кровать. Иногда она так ложится, что мне потом как-то неудобно ноги делать. Я ложусь в какую-то позу эмбриона, как-то скручиваю спину, и потом просыпаюсь в этой позе и понимаю, что у меня все болит. Зато у нее все хорошо. Она спит хорошо на моей кровати. А я вот нахожу какой-то уголок, скручиваюсь и сплю. А потом просыпаюсь с болью. Что не сделаешь ради любимой дочки? Это есть люди, которые мне нравятся, когда собаку называют дочку, или когда себя называешь родителем, хотя у тебя нет ребенка. Их это так бесит. Меня тоже, кстати, раньше очень бесило, но когда появилась собака, я все поняла. До этого я не понимала, меня это очень бесило, мне это слух резало, когда люди так делали. Я вообще не понимала прикол, одежду собакам покупать и вообще вот все это сюси-пуси, это же собака. А потом у меня появилась собака, и все изменилось, и я все поняла. Я все поняла.